Пришло время запустить нашу солнечную печь. Раскладывай. Ух ты, она действительно отражает солнце. Хорошо, что у нас есть солнечные очки. Теперь посередине мы поставим миску с едой. Сверху положим стеклянную миску, чтобы тепло оставалось внутри. Солнце там, поэтому мы поставим длинную сторону к солнцу. Нужны камни. Они нужны нам для того, чтобы поставить боковые стороны печки под углом. Здорово! Солнце отражается, и все лучи падают на нашу миску. Будем ждать наш обед. Солнце излучает огромное количество тепла и света. Когда лучи достигают фольги, они концентрируются и отражаются прямо на миску. Еда поглощает тепло и становится все теплее и теплее, пока не будет готова. Понадобится время, чтобы приготовить обед. Теперь я думаю о десерте. Пошли сделаем печку для десерта, пока мы ждем основных блюд. Пока главные блюда готовятся, мы сделаем вкусный десерт. Дэниел сейчас принесет полиэтилен, а я пока очищу яблоко. Положу кусочки яблока на пленку. Добавлю немного корицы. Ах да, сахар. Спасибо, Дэниел. Несколько изюмин. Заворачиваем. Уже выглядит вкусно. Теперь как мы будем это готовить? Я знаю. В этот раз нам нужна коробка поменьше. Черный картон и два пенопластовых стаканчика. И мы снова наклеим фольгу на картон. Много клея. Приклеиваем. Но в этот раз мы свернем картон конусом. Скотч, чтобы он не разворачивался. Я попрошу Дэниела, чтобы он вырезал черный картон по размеру стаканчика. Таким образом будет поглощаться больше тепла для приготовления штруделя. Вырежем дырку в верхней части коробки. Сомнем бумагу и положим ее в коробку, чтобы конус не качался. Теперь поставим конус внутрь одного из стаканов. А стакан с черной вставкой вставим внутрь конуса. Красиво и аккуратно. Вставляем в дырку. Заклеиваем. И наша солнечная печка космического века готова к работе. Возьму десерт и выложу его на солнышке. Хорошо. Солнце светит все так же ярко. Поставим печку на стул. Но не так же. Конус должен быть направлен на солнце. Теперь положим десерт в стакан на дне. Поставим вот так и пусть готовится. Прошла пара часов. Думаю, все уже готово. Попробуем вилкой. Ага, мягкая. Картошка готова. И кукуруза тоже. Ням-ням. Проверим десерт. Как ты думаешь, Дэниел, готова? Да, штрудель готов. Ням. Печка Кориен работает, потому что она эффективно захватывает жар солнца. Черная воронка поглощает тепло и делает поверхность теплее. Фольга внутри отражает свет и тепло солнца, и вся солнечная энергия спускается вниз по воронке, чтобы приготовить яблоко. Обед на солнце – это замечательно. Главные блюда очень вкусные. Теперь десерт. Обед просто класс и такой горячий.